6 июня 2019 год, США, Нью-Йорк, Юнион-Дейл. Американцы организовывают турнир PFL 3, сезон 2019. На этом турнире выступали такие бойцы, как Максим Гришин, Бозигит Атаев, Виктор Немков, Али Исаев и многие другие. В одном из поединков на этом турнире встречались российский боец Денис Гальцов против дерзкого американца Джарада Рошальта. Как только начался поединок, поддерживаемый родной публикой, американец начал прессинг и действовать первым номером, преследуя Дениса Гальцова, выбрасывая точные удары. Окончательно поверив в себя, американец начал уже в открытую бросаться на Гальцова дерзкими выпадами. Тем временем Гальцов, прочитав технику боя Рошальта, ловит американца на противоходе левым хуком и отправляет в нокдаун. Рефери не хочет останавливать поединок. Гальцов добивает американца контрольными ударами. Рефери останавливает поединок.